руля проехало? Два. И ни один не отреагировал. Реально два проехало мимо вот нарушения. Мы проезжаем, если водитель нет, потому что вы не стоите. Не-не, вопросов нет, я к вам претензий не предъявляю. Вон водитель идет, сейчас он сядет, я думаю, вы увидите, что сами. Так может кофе, да? Водитель сидит в кафе, может так поднять. Так вы можете не успеть, если вы сейчас пропустите. А это Александр Чесанович, наш бывший мэр, кстати. Александр Чинсанович, ну как так? Кого угодно ожидали увидеть, но не вас. Чего? Ну как так? Мы с полицией вместе гоняем нарушителей, не думали, что это вы окажетесь. Тут же нельзя стоять. Все стоят. Как это все стоят? Тут нельзя, тут же остановка и выезд прям, да. Это все стояли до того, как полиция появилась. Нет, вот 5 минут назад впереди нас машина была. Александр Чинанович, здесь вот смотрите, здесь автобусная остановка, троллейбусная. И выезд прям вот от поворота 15 метров надо стоять. К сожалению, тут два нарушения прям. Ну ясно. Так получилось. Хорошо. Вот видите? Может, вас стоит вернуть, чтобы вы как раз навели порядок, чтобы было где парковаться. Ну а что, раз буряк не делает, значит давайте вас возрождать. Давайте разойдем, уже час. Это штраф. Предупреждать просит. Нельзя предупредить. Еще права старые образца у нашего мэра. Видишь, не обновил. Ну так бывает, ну что? Подскажите правильно остановку. Остановка общественного транспорта по адресу. Какой адрес здесь? Бульвар Шевченко, 14. Постановление. Александр Александрович, нареканий что... вообще нет. На то, что вы бывший мэр, да, любимый вот горожанами, что... может быть, даже и конкретно этими патрульными. Подходят, молодцы. Да, ну понимаете, молодцы. Как получилось? Мы вызвали их, потому что мы, честно говоря, не сразу поняли, что это вы. Мы как бы номер машины не знаем, но когда вы уже вышли, видите, как получилось. Ну ничего страшного, мы вызвали. Бывает. Нет, бывает. Но, опять же, видите, реакция полиции есть. Люди приезжают. Меня штрафовали и в Киеве, да? И в Полтаве. Не, извините меня, в Киеве, в Полтаве вопросов нет. Но в родном городе. Вас же еще не штрафовали? В родном штрафовали, я же не всегда был мэром. Не, ну когда, после того, как вы были мэром, после того, как вы им перестали быть. Не штрафовали ни разу же? Ну, после этого еще не раз. Новая полиция. Ну, они бы, ну, между нами говоря, они бы могли бы вас предупредить, если бы это нарушение, в принципе, имело возможность предупреждения. Но они даже по закону не могут права предупредить. Потому что за это не предусмотрено. Я не... Я уверен, что... Штраф для вас это небольшое наказание, я имею в виду, что небольшие деньги, но все же. Зато в следующий раз будете знать. И все увидят как пример вас, что вы тоже, как любой другой человек, платите штрафы. Как обычный человек передвигаетесь по этим. Это важно. Это, конечно, важно. Нам тоже приятно, знаешь, что вы не спорите, не звоните там куда-то или еще там Авакову или кому там сейчас звонят. Зачем? Во-первых, эти ребята, они пришли изменить мир. Да. Поэтому зачем? Абсолютно верно. Мы с вами полностью согласны. Я вам, кстати, когда появилась полиция в Запорожье, я вот жене своей сказал, я сказал, что ездим, мы нарушаем скоростной режим. А самое обидное, знаете что? Они не меряют скоростной режим полицейские. Не, ну для этого вы потом... Но не только я это делаю. Я заметил, что в городе появилось намного больше пробок. Но это говорит о том, что многие водители начали соблюдать скоростной режим. Ну, я вам скажу, вот даже просто вопрос, как
Действительно, здесь нет. А здесь раньше все было занято. Вот все было забито. Сейчас действительно, вот полиция работает, профилактика есть, и люди не паркуются здесь. Просто немногие, вспоминаем ПДД, немногие помнят, что да, тут нельзя стоять, и там знак, немногие ориентируются. Но после того, как полиция проезжает, все вспоминают, и уже проблем нет. Я, если честно, учитывая, что здесь нет знака, остановка, стоянка запрещена, я остановился, ну, как бы на достаточном расстоянии. Вот здесь, поворот, из-за этого проблема. Ну, я понял. Я вот про этот момент что-то не подумал. Ну, опять же, это все видите, как эпично, на фоне мэрии, на фоне... Да. На достаточном расстоянии. Вот это я что-то не подумал. Ну, это показательный случай. Я не думаю, что в Украине есть еще где-то города, где полиция штрафует мэров, даже пусть бывших, не имеет значения. Я таких случаев не слышал. Были там показательные у нас наказания депутата Верховной Рады. А почему бы и нет? Конечно, надо. Почему бы и нет? Самое страшное не штраф. Самое страшное для водителей, это когда их отправляют на курсы. Пересдачу. Но у нас нет такого. В Европе же есть. В Европе, да. В Европе. Но у нас баллы тоже велики. Для них это все. Для них это смерть. Ходить там месяц на курсы. Ну да. Это теорию сдавать. Но зато вы сможете права обновить. У вас старого образца, а вам сразу новые дадут. Сейчас, кстати, обязали, вы же знаете, сейчас они еще действительно, но уже надо менять их на пластиковые. Как вроде бы как евростандарты. Там они бесплатно, ну, бесплатно делают, кстати. Я знаю, что я по ним езжу, но... Ну, в Европе не получится уже по ним ездить. То есть уже только по пластиковым, поэтому в связи с этим они меняют. А я ездил в Европу, мне да? Никто не говорил. А останавливали, показывали? Не останавливали. Ну, так. Ну, вообще по этим нельзя. Они старого образца. У нас еще можно, а там уже. Сейчас это а занимает... почему в Европе нельзя? У них есть стандарт европейский, то есть пластик. Не, ну подожди. Стандартизованный. Я же въезжаю с национальными правами. Да, но они должны быть международного образца. Только так. Только так. Не может быть. Поэтому выдается и загранпаспорт, и выдаются права международного образца в связи с тем, что они должны быть определенного вида, дублироваться информация на русском, английском, на украинском, английском. Там какой департамент, что это там, Министерство транспорта of Ukraine. То есть вот эти все моменты должны быть зазначены. Категории у них там А, Б, С, а не так, как у нас А, Б, В, там, Г, там, как раньше. Я не знаю. Но я бы на вашем месте. Водители предупреждают. Да, 100%. Ну, да, они не могут по закону этого сделать. Так я про вас говорю. Про нас? Конечно. Мы бы с радостью, Александр Шенов, вас так вообще предупредили бы. Вы понимаете, не потому что вы там... знаменитый человек, потому что вы, в принципе, бывший мэр. Мы бы вас предупредили, но закон не предусматривает, к сожалению. Ну, хотя, честно скажу, вчера был спор у нас с полицией здесь. Вот так же стоял автомобиль, они что-то предупредили и отпустили. По-разному бывает. Ну, как правильно? Ну, по-иначе наши люди не понимают предупреждений все равно. Ну, напрасно вы так говорите. Я по опыту говорю. В Европе, в Америке, в Канаде полицейские всегда предупреждают. Они никогда, они, ну, у них система такая, они фиксируют нарушения. Я думаю, в Европе... Но при этом предупреждают. Знаете, то есть оно остается в базе данных. Если водитель допускает, ну, повторное нарушение, тогда, да. Он смотрит в компьютере, в базе данных есть, и тогда к нему применяют... У нас не работает база. А... Я вам, знаете, хочу рассказать. Я был в Лондоне и видел такую сцену. Двойная сплошная. Значит, едет вот такой поток машин один, и навстречу ему идет второй поток машин. И водитель машет полицейскому, вот, и полицейский выходит, ну, он что-то ему говорит. Потом он берет, выходит, останавливает встречный поток. Становится вот так, показывает этому водителю. Он делает разворот через двойную сплошную.
И поехал. И я потом спрашиваю... В связи с чем так было? Да, я спрашиваю, он говорит, по-видимому, он заблудился. Или ему очень надо. Вот. И в этом случае полицейский нарушает правила, позволяет ему нарушить. Но для этого полиция по большому счету есть. Но что касается Европы, в данном случае, даже бы полиция не приезжала. Есть обычные посты, они бы пришли, положили бы штраф под стекло и все. Им было бы все равно, кто, как стоял. И не тратили бы ваше время сейчас и свое. И ушли. Так везде. Так на самом деле везде. Никто, полиция бы не разбиралась по этому поводу. Просто положили бы штраф и до свидания. Или поставили блокиратор. Все нормально. Всего доброго. Всего доброго. Вам спасибо. Да, всего доброго. До свидания.